Несмотря на все усилия, первый период матча для хоккеистов Арестана прошел без голевым. Чего нельзя сказать об игре горняков. Под занавес первой 20 минутки форвард гостей Банашков провел результативную атаку, открыв счет матча. Во втором периоде хозяева поля постарались отыграться и даже вышли вперед. Первую шайбу на счету Смольянинова. Спустя 4 минуты Дубинин удачным броском увеличил разрыв в счете. Однако преимущество Львов было недолгим. При игре в большинстве горняки счет сравняли, а вторым голом стал нападающий гостей Стрельчук. Третий игровой отрезок прошел без голевым. И лишь в серии после матчевых буллитов победу команде из Рудного принес точный бросок Каунса. 3-2 победа горняка. Это первое поражение Арестана после 3 побед подряд. Следующие встречи подопечные Вячеслава Билана проведут 18 и 19 сентября в Астане против хоккейного клуба «Намат».